У меня вопрос такой. Владимир Вольфович, вы, думаю, со мной согласитесь, что президент страны – это лицо страны. Пример для подражания подрастающему поколению. Пример для массы граждан нашей Родины. У меня к вам такой вопрос. Вы, когда хамите, ну ладно мне, бог с вами, я к этому уже привыкла от вас. Вы чего хотите доказать? Когда вы врете нагло в эфире этой программы, зачем? Когда вы просто ведете себя настолько неприлично, даже для кандидатов в президенты. Но пока что это позор только ваш. Не дай бог, если это будет позор нашей страны. Вы распускаете язык, распускаете руки, ведете себя разнузданно. Мой вопрос, это что, часть имиджа, разрешенного вам сверху, то, что ни один политик так себя не ведет, это пробелы в воспитании вашем? Или, не дай бог, не приведи Господи, это что-то такое с неврозом связано? Вы когда, если бы вы стали президентом, вы бы поменяли свою линию поведения? Потому что это все-таки на весь мир. Все? Все. Отвечаю. Я веду себя так, как я считаю нужным. Мне имиджмейкеры не нужны. Мне разрешение, как Михаилу, да, никто не давал создавать партию. Я ее сам создал. Я сам первый пошел кандидатом в президенты еще Советской России. Все разбежались. Значит, это природное, да? Молчите! Я с партии! Не хамите мне, не хамите! Я знаю, что мне делать! Не хами меня! Я отвечаю здесь! Вам молчать нужно сидеть! Все! Вопрос задали? Я отвечаю так, как я считаю нужным. Я, собственно, не хотела нравится, это услышать. Убирайтесь вон отсюда. Не уберусь. Убирайтесь. Выведет охрана сейчас. Да, я веду себя как певица, а не как певичка. Охрана никого не хочет. Не ори на меня, будущий президент. Я говорю не вам, Алла Борисовна. Время. Я вам не Алла Борисовна. Вы меня уже назвали певичкой. Я думала, что вы... Про поведение говорить, я думала, что вы... раз не женился. Я думаю, что вы, я думала, что вы кружевник, да, политик, да, хитрый человек. Я отвечаю, Соловьев. А вы просто клоун. Значит, и псих. Время, отвечаю. Время, да. Время Жириновского. Я должен дать время. Такой, какой я есть, я уже сказал. В этом моя прелесть. Если Сталин прикинулся тихоней и потом страну залил кровью, если Хрущев прикинулся тихоней, и мы сели везде кукурузу, если Брежнев был великий, вся страна пьяная и коррупция. Горбачев за демократию, Советский Союз рухнул. Ельцин полупьяный, что вам тогда не нравился Ельцин? Этот недоумок полупьяный. Что вы тогда за него агитировали все? Что вы сейчас? Вы позор нашей страны. Помолчите. Вы позор. Да, помолчите. Вы, артисты, как последние проститутки, ложитесь под любого руководителя за деньги. Вы все легли под Брежнева. Под Горбачева, под Ельцина, под Путина. Завтра еду в Кремль, все будете лежать, я буду вас плевать и вытирать ноги. Позор вам! Позор, всем, позор! Все, кто легли сегодня под любого... Смотрите, все четыре кандидата... Позор все страны! Позор! Албарисов, все по позвали закону сейчас артистов. Время Жириновского. Да. Она не понимает этого, на законах не читают. У нее закон один, менять мужей каждые 5 минут. Вот вы меня извините, но то, что вы делаете, да, вы себя публично хороните. Вот то, что вы сейчас делаете, вы себя публично хороните. Я вам говорю еще раз. Вы ведущий? Я и веду. Вопрос, все молчат. Я и попросил Аллу Борисовну вступить в ваше время. А она не может понять. Я волнуюсь за вас. Не надо волноваться. Не за Аллу Борисовну. Алла Борисовна навсегда останется. Я вам говорю и еще раз. В истории мировой я музыки. Я буду говорить... То, что я считаю это нужным. Это ваше и вы право. Это не ваше имеете право. Права ваше время, прошу. Если вашему каналу я никого Прохоров не... заплатил, чтобы в этой передаче он получил больше голосов, он давно все проплатил. И в Кремле, и народу, и пусть на риски рабочие скажут, которые никто уехали. Никто ни разу в моей тысяч. Передаче тогда не помолчите. Бывал чаще вас, тогда, не заплатившего ни копейки. Тогда помолчите. Я говорю. Прошу. И... Страна в условиях гражданской войны. Вы хотите в хорошем костюмчике? А кто похоронил 15 миллионов? Там тоже будем стоять в хороших костюмчиках? А миллионы потеряли родину. Что мы им скажем? А русский народ оплеван. Ему что скажем? А русский язык запрещают везде.
Русских летчиков арестовывают везде. Дети выбрасываются из окон. Да тоже будем все тихо, спокойненько говорить. Ребята, все хорошо, в костюмчиках, тихо. Ну, дети не хотят жить. Ну, полно пьяниц, кругом наркоманы. Кругом... Ну, что делать? Зато пойдем в концерт, понятно. Прохоров заплатит, Алла споет. И нам хорошо, вам втроем хорошо. А я хочу, чтобы было хорошо главному народу нашей страны. Бедному русскому народу. А на вас мне наплевать. Понятно. Все. Прошу.